Эти выходные Тирасполь и Бендеры отметили с музыкой в прямом смысле этого слова. Началось все с современных и эстрадных танцев. В субботу с 7 вечера плясали дети. Вот эти в ярко-зеленых шапках. Затем сцену уступили девушкам. Модный танец под Ники Минаж. Как вам? Вообще танцев тот вечер было много, а на номера экшен не поскупился. Когда вышел столичный певец Андрей Лира, зрителей собралось под несколько сотен. С наступлением темноты Екатерининский парк встретил еще одного танцора из Колумбии по имени Фидель. На мастер-классе по бачате площадка у сцены была уже заполнена. Двигаться в ритм под латиноамериканскую музыку хотели научиться все. В первых рядах дети, за ними взрослые. Кто пришел ради танца, а кто ради колумбийца Фиделя, который на днях улетит к себе на родину. На противоположной стороне Екатерининского парка в это самое время тоже звучит музыка. Правда, другого жанра – хаус для молодежи на набережной. Тут же модные фотозоны и пиньята с карамельками. Переезжаем в Бендеры, парк Невского не отстает. Десяток довольных лиц в пене. В такую жару идеально. Плюс диджей с суперактивной музыкой. Попробуй тут не затанцевать. И снова в Тирасполе. Екатерининский парк можно уже официально назвать местом притяжения. Вот вчерашние кадры. На сцене группа «Ронда». Три шикарных девушки в кожаных куртках и юбках из фатина. Им можно и не петь. Всем уже все нравится. Яна Раховская, ТСВ.